здорово. Я за 3 года снес вообще все. Мой компьютер перестал лагать, пердеть, пукать, еле включаться. А, да, короче, и это самое. Дайт-бота я опять не сделал. Ребят, я играю вон в хуй, который в правом верхнем углу. У меня нет времени просто элементарно. А экран у меня обрезан, да, это факт. Так вот, теперь я повторю. Я говорю, я играю в хуй справа, но так как экран был обрезан, вы не поняли, в какую хуйню я играю, поэтому я сейчас просто... Так вот, в эту хуйню я... Я в эту хуйню играю, поэтому времени у меня нет. Какой уровень? У меня 20 какой-то там, но игра кусок говнища. Короче, я не знаю, она дисбалансная, и не просто так ее обосрали в Стиме, потому что есть за что. Оптимизация говна, ты можешь упасть. Ну, хотите, я вам расскажу, если вдруг кому интересно. Если вдруг кто хотел там в нее как-нибудь поиграть. В этой батле, да хуй. Багов, плохой нет-код, не регистрирует пули. У меня был случай, когда я минут 40 играл, мать, я упал, ну, меня убили. И я не могу ни позвать, ни умереть. То есть там есть, типа, смерть, эскейп, типа, передислокация. Это ничего не работает, абсолютно ничего не работало. Единственное решение проблемы, это выйти из матча. Типа, ты вот играешь 40 минут, а потом просто выходишь из матча. FPS 0 вообще. Тут уже даже дело не в AMD, потому что я переустановил винду на Intel и запустил сравнение снова, и Intel... Выпал AMD, короче, там на 20 FPS поверх, то есть проблема в винде была. Но что там сверху на компе, что тут снизу на компе, если тебя танк данул, сидишь 20 FPS в глазах, чилы там общаются, типа, чё за хуйня, это чё за Fortnite диалоги, это первое. Второе, какого хуя там чел один писал, я на 3090 сижу, у меня 20 FPS, и самое главное, дайсы выкатили пул багов, о которых они знают и которые они будут фиксить. Короче, игра всратая какая-то. Но мне нравится, вот я пойми. То есть твоих денег она не стоит. Очевидно, что она не стоит столько, сколько за нее хотят. Но режим портал в ней классный. Я включаю режим портал, мы вчера с Гвином играли. Чувак, который сделал полностью режим с Battlefield 3, мы кайфовали. Перемещение из третьей батлы, персонажи из третьей батлы, перки из третьей батлы, мы просто кайфовали. Все остальное это...